Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Причева. Погода вновь преподносит нам сюрпризы. В этот раз ее капризы ощутили на себе жители майского сельского поселения. Более подробно в нашем первом сюжете. Мощный ливень вновь ударил по нашему району. Капризы природы в этот раз ощутили на себе жители майского сельского поселения. Оповещение о возможности затопления население получило еще вечером 2 июня. Но никто не предполагал, что паводок будет столь сильным. Вода массивными потоками стекала по улицам. Там около 6 часов мы получили информацию о том, что со стороны Натырбова и Унарокова идет сильная вода. Мы предприняли те меры, которые могли принять, то есть мы предупредили людей тех районов, тех улиц, которые подвергались в данном случае подтоплению. Это вот данный переулок Виноградный, улица Набережная, улица Молодежная, то есть те улицы, которые всегда подвергались подтоплению. Вода пришла, к сожалению, очень поздно и гораздо в большем объеме, чем мы ожидали. Подтоплено было 4 улицы. Улица Молодежная, вот этот переулок, вы видите, сейчас за мной идет вода, эта вода уже сходит. Поток воды был очень большой. Жителей 4 улиц поселка Майский затопило. Вода пробралась во дворы, подвалы и даже дома. Всего в зоне подтопления оказалось 69 подворий и 7 домовладений в хуторе Красный в поселке Майский. Техника активно работает. 10 единиц ассенизаторских машин плюс помпы, МЧС. Спасибо им большое, очень активно нам помогают. Организовали пункт ПВР, доставку чистой питьевой бутилированной воды. Техника не уйдет, пока работы не будут завершены. Распотребнадзор, санэпидстанция здесь уже работает. С завтрашнего дня начнем хлорировать колодцы, откачивать септики. Вода практически, в принципе, уже, вы видели, сошла. Работа идет в штатном режиме. С раннего утра здесь была организована работа по откачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов. Последствия разгула стихии устраняют специалисты МЧС Адыгеи. В 7 часов мы получили информацию о том, что подтопило придворовые территории в сельском поселении Майском. Незамедлительно была выслана оперативная группа гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Начали стягивать все силы и средства. Всего на территории были сосредоточены более 70 человек и более 25 единиц техники. Из них МЧС составило 25 единиц техники и 25 человек и 7 единиц техники. Работы проводились по откачке воды, проводились по оперативная группа регулировала работы всех сил РСЧС по откачке, по работам по обеспечению санитарных норм, по проведению замеров. Все работы организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет. Вода потихоньку уходит. Работы по откачке воды проводятся. Будет оказана адресная помощь всем людям, особенно нуждающимся. Это социально незащищенное групповое население. Глава республики Мурат Кумпилов посетил пострадавшие населенные пункты. Глава региона побывал в домах, пообщался с жителями и утвердил план действий по ликвидации последствий. Вода с придомовых участков практически сошла. В этом большую помощь оказали специалисты службы спасения и задействованная ими необходимая техника. На наиболее пострадавших участках на данный момент работают специалисты ведомственных служб, сотрудники сельской администрации, неравнодушные жители. Продолжается подвоз дезинфицирующих средств и бутилированной питьевой воды в необходимом количестве. Разрушений домовладений из-за подтопления нет. Переселение граждан не требуется. Режим ЧС снят. В пострадавших населенных пунктах работают административные комиссии. Продолжается подворовой обход. Мониторинговые группы фиксируют нанесенные стихии ущерб. Эту информацию глава района Заур Хамирзов опубликовал в своем телеграм-канале. Жители Ходзинского сельского поселения не успели оправиться от недавнего потопа, как на улицах аула вновь хлынула вода. Дома и подворья затоплены. В настоящее время ущерб оценивается. Эти кадры из вчерашних съемок. Как вы видите, вторая волна наводнения вновь настигла аул Ходз. Вода везде. По предварительным данным, в зоне паводка на сегодняшний день оказались 90 домовладений. Ну, по сравнению с прошлым разом, можно так сказать, что
было не намного больше, но на этот раз разлилась она уже по другим этим. И обхватила почти часть аула. И по подтоплению сейчас комиссия работает, сейчас только устанавливается. Количество и ущерб, это будет готово только ближе к вечеру. Ситуацию на контроле держит глава республики. Сразу же на место стихии прибыло руководство Главного управления МЧС Адыгеи. На помощь жителям отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона, службы района, а также все неравнодушные. Отзывчивых жителей у нас в районе немало. Эта беда объединила многих. Так, минувшей ночью педагоги и повара Волнинской и Герухайской школ готовили горячий обед для ликвидаторов последствий стихии в ауле Ходз и хуторе Кармалино-Гидроицкий. А эти съемки уже сделаны сегодня утром. С раннего утра в ауле Ходз организована работа по откачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов. К ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек и 25 единиц техники. На местах начали работать специальные комиссии, которые будут оценивать размер ущерба, причиненный паводкам. От наводнения минувшей ночью пострадали и жители Волинского сельского поселения, в том числе хутор Кармалино-Гидроицкий. По предварительным данным, подтоплено около 50 домовладений. На Вольном грунтовые воды, огороды затоплены предусадными участками. Здесь то вода сошла с гор и подтопила только Кармалино-Гидроицкий. Теперь на сегодняшний день мы уже подсчитали 60 домовладений, у которых везде вода была, а 13 домовладений, это во дворах, в домах была вода. Восстановительные работы сейчас идут группой МЧС, сельским поселением, это откачка воды, расчистка дренажных каналов, ну, чтобы воду отвести, чтобы побыстрее вода ушла с поселения. Ну, первый раз не было у Кати воды, так не дошло. Полные погреба, у гараже вода там у меня, кухню я сделала. Ребята сейчас вычистили, помыли. У хати от палац вынесли этот линолеум, полить отсюда, потому что в другой хате вынашивать надо линолеум. Аварийные работы будут продолжаться до полного восстановления. Руководство района постоянно находится в зоне ЧС и контролирует ход работ. Бесперебойные работы по откачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов продолжаются в пострадавших населенных пунктах Кашхапльского района. В пострадавших от паводка населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы. С подтопленных участков сошла вода. В ауле Ходз с самого раннего утра не смолкает шум спасательной техники. На наиболее пострадавших местах продолжается работа. На сегодняшнее утро восстановительные работы продолжаются. Работают сегодня 10 осенизаторских машин, 4 мотопомпы, 3 экскаватора работают и еще один мини-экскаватор. Фронт работы у всех есть, все обозначено. Расчистка русел, дорог, расчистка, отвод воды. Вот самая главная задача – это сейчас все откачать, все подворья, где есть вода, откачать, а потом уже завтра. Я надеюсь, что сегодня вечером мы закончим откачку воды полностью. А завтрашнее утро уже пойдет работа по расчистке домовладений, улиц. В восстановительных работах принимают участие немало людей. Это специалисты службы спасения, сотрудники сельских администраций, да и все неравнодушные жители района. В момент нашего приезда работники местного дома культуры грузили в автомобиль бутилированную воду для ее дальнейшей доставки населению. Не остаются в стороне и медицинские работники. Сотрудники врачебной амбулатории вместе с главным врачом Центральной районной больницы совершали подворовой обход на предмет выявления необходимости оказания медицинской помощи. Продолжается работа комиссии по определению ущерба. По словам главы поселения, уже ближе к вечеру картина по цифрам будет ясна. Напряженный период и у сельхозтоваропроизводителей района. О ситуации на полях рассказывает начальник управления сельского хозяйства. У сельхозтоваропроизводителей сейчас достаточно напряженный период, учитывая погодные условия. Участившиеся дожди сдерживают темпы работ. О ситуации на полях рассказал начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов.
В Кашихабльском районе продолжается сев яровых культур. Это в частности кукурузы и подсолнечника. Значит, хочу отметить, что фермеры Кашихабльского района подошли к севу яровых культур полностью 100% готовыми. То есть обеспеченность семенам была 100%, обеспеченность техникой, горюче-смазочным материалом была 100%. Все работы начались в сроки. Но из-за погодных условий, мы сами видим, какие погодные условия у нас, больше месяца дожди у нас идут. Из-за погодных условий на сегодняшний день, значит, в районе бассейна при плане 16 600 гектаров, бассейна чуть больше 16 000 гектаров. То есть на сегодняшний день в районе остается недосеянными 620 гектаров. Это Ходзинское сельское поселение, где действительно условия очень плачевные, плохие. Но несмотря на эти погодные условия, несмотря на все капризы погоды, фермеры выбирали каждую минуту, каждый час рабочий. И в принципе на сегодняшний день у нас посеяно 95% от общего посева. Но, конечно, погода не только дождями нас удивляла, но и преподносила какие-то сюрпризы. В кавычках можно сказать, это и град, это и наводнение. Вот в конце апреля, числа 28-го, у нас был град в майском сельском поселении, на Тырбовское майское сельское поселение, где пострадало 259 гектаров. Попали 250 гектаров полностью под пересев. Пострадало, в общем, больше 600 гектаров, но к пересеву подлежало 259 гектаров. Где на сегодняшний день ведутся работы по пересеву этих культур. Также 26 мая из-за сильного ливня, из-за подъема грунтовых вод, из-за стека вод с гор в Ходзинском сельском поселении и на Вольнинском сельском поселении, в двух сельских поселениях сильно отражалось, было затоплено больше где-то 1400 гектаров посевов. Это озимых, посев кукурузы, подсолнечника. Где на следующий день, значит, оперативно создали комиссию по району, объехали и Волинское сельское поселение, и Ходзинское сельское поселение. Было полностью обсмотрено более 3000 гектаров. Из 3000 гектаров, значит, предварительно мы акт сделали на 1400 гектаров посевов. Но это не означает, что это гибель, нет. Это значит, мы еще в дальнейшем будем обсматривать. То есть вода пришла, ушла. Я думаю, такого страшного там нету, но... где требуется дальнейшее наблюдение. Дальнейшее наблюдение, значит, будем наблюдать дальше. Но есть места, это мочаки, низменности, где вода остается и до сих пор эта вода стоит. Конечно, в любом случае, ни одного гектара мы не оставим пустым. Фермеры настроены на работу, фермеры ждут погодных условий. На сегодняшний день, значит, состояние озимых у нас в районе порядка 17 тысяч гектаров озимых. Это озимого ячменя и озимой пшеницы. То есть, сказать, значит, более 14 тысяч гектаров пшеницы у нас и более 2 тысяч гектаров у нас озимого ячменя. На сегодняшний день фермеры провели все агротехнические работы, необходимые по озимому клину. Значит, состояние на сегодняшний день хорошее по озимым. То, что мы на сегодняшний день видим, виды на урожай хорошие по озимому. Ну, тоже вот уже, я думаю, что через 2 недели начнется уборка ячменя у нас в районе. Фермеры тоже готовятся уже к уборке ячменя. Ну, таких проблем нет. Единственное, вот у нас одна проблема, это то, что мы... опоздали уже, можно сказать, что мы уже опоздали сроками ярового сева, ну, вот эти вот 600 гектаров досеять яровых, и как бы и готовиться конкретно более уже серьезно к уборке. На днях с профессиональным праздником библиотекаря и района поздравил руководитель районной администрации Заур Хамирзов. Наиболее отличившиеся были награждены грамотами. Совсем недавно отмечался всероссийский праздник «День библиотек». С таким замечательным событием библиотечных работников поздравил глава муниципального района Заур Хамирзов, отметив важность библиотечной работы в инфраструктуре района и вручил награды специалистам за безупречный труд и высокое профессиональное мастерство. От души поздравляю. Я вот искренне говорю, библиотечное дело – это очень большое дело, особенно в наше интернетное время. Бумагу ничто не заменит, цвет чернил на руках,
Поэтому я хотел бы вас всех поблагодарить. Здоровья всем, благополучия. Мы активно занимаемся ремонтом и строительством новых библиотек. Вот сейчас в Ходзе, я думаю, через пару месяцев откроем новую модельную библиотеку. В планах есть ремонт абсолютно всех библиотек. И самое главное, пополнение библиотечного фонда. Еще раз всем здоровья, не болейте, удачи, берегите себя, своих детей, семьи. За большой вклад в развитие библиотечного дела, образцовое исполнение своих должностных обязанностей в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек, почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабльский район награждается Завадина Людмила Викторовна, библиотекарь по работе с детьми на Кирпасской секции библиотеки. Таришева Марина Турбиевна, заведующая Хачимзийской сельской библиотекой. Хасанова Рузана Кадырбечевна, библиотекарь по массовой работе Центральной районной библиотеки. С поздравлением выступил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Дальнейших успехов в вашей работе, которая нужна в современном обществе, несмотря ни на компьютер, ни на развитие сети интернет. Вы есть, вы должны быть на этом месте. Оно имеет смысл, оно имеет положение. Это и дети наши, которые ходят, это взрослые, которые ходят, читают книги. Пусть все идет так, таким же всегда манером, таким же планом. Пусть у вас все получается. Будет здоровье, благополучие. Будет та работа, которой вы отдаете душу и сердце. И будут те люди, которые с большим удовольствием ходят к вам, берут книги, общаются с вами, получают то, что нужно от них. От общения с вами. Здоровья, мир вам, благополучия, всего самого наилучшего. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Всероссийского дня библиотек, почетные грамоты Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район награждается Чекалова Татьяна Анатольевна, заведующая Майской сельской библиотекой. Вахрина Надежда Ивановна, заведующая Казенокутовской сельской библиотекой. Малахова Рузета Овесовна, библиотека по работе с детьми, Всероссийская модельная библиотека. Завершилось торжественное мероприятие общим фото на память. 8 июня отмечался профессиональный праздник «День социального работника». Праздник сильных, неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 8 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно заглядывает своим подопечным прямо в душу, которые, несмотря на свое настроение и другие обстоятельства, идут помогать другим. Люди, для которых нет чужой беды и боли, всегда приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Даже в свой профессиональный праздник социальные работники на посту 24/7. В этой отрасли я работаю 13 лет уже. Стаж довольно-таки обширный. Непосредственно была все время вот здесь в хуторе, не меняла место. Я замужем, да, у меня есть взрослая дочь и внуки. Сын заканчивает медицинский колледж по профессии, по специальности фармацевт. Муж работает, держим небольшое приусадебное хозяйство. У Натальи Александровны 10 подопечных. Она навещает их чуть ли не каждый день. Круг обязанностей достаточно широк и индивидуален для каждого пожилого человека. Помимо домашних бытовых хлопот, входит и закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Все это требует немало времени, терпения и сил. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области? Ну, по всей вероятности, нужны, потому что человек должен осознавать, что он идет к человеку пожилому, у которого свой уклад жизни, свои устои какие-то, привычки. Ты в эту жизнь входишь, ты становишься частичкой его жизни, потому что ты соприкасаешься со всеми темами, что сталкивается он в обычной жизни. Поэтому, да, это просто необходимо. Так, расскажите, пожалуйста, про свой обычный рабочий день. Обычно рабочий день выходим, у нас выходит режим работы с 9 утра. Идешь к подопечному, берешь заказ на, если у него есть продукты, заходишь, берешь заказ на продукты, идешь в магазин, потому что у каждого подопечного есть свой график работы, к нему хождение. Я должна уложиться в это время, у меня, потому что другой человек уже идет по другому времени.
пришла, если у него там стоит сегодня услуга доставка продуктов или уборка, либо доставка воды, я выполняю эту функцию, иду к следующему адресату своему. Та же самая процедура у нас. Выполняем заказ, выполняем, нет, делаем работу по дому. У кого какая услуга? Есть помощь в приготовлении пищи, есть у нас стирка и углажка. В общем, кто, у кого какие услуги, выполняем и так. В таком формате пробегает весь день. Беготня от двора ко двору, магазины, аптека, почта. Мы застали социального работника у Людмилы Таумбековой. Здесь она долгожданный и дорогой гость, которого ждут с нетерпением. Доброе утро, Людмила Витальевна. Как ваше самочувствие? Нормально. Да, ну это хорошо. Я очень рада. Бегу сейчас в магазин и тогда принесу вам продукты. Хорошо? Хорошо. Тогда мы уже с Наташей фронт работы еще определим, что мы будем сегодня еще делать. Ну, Семеногина Наташа к нам уже несколько лет ходит. Очень хороший человек, очень добрый, внимательный. Всегда выполняет то, что просишь. Сама даже предлагает какие-то услуги. Давайте я вам это помогу, давайте я вам это помогу. Ну, вообще, очень хороший человек. Мы ей довольны. Поздравляем Наташу и всех социальных работников с их праздником, желаем им здоровья, успехов, трудолюбия и очень даже большого терпения с такими больными, старыми людьми. Это не так просто. Но главное для пожилых людей – это общение и знание того, что о них помнят и всегда готовы прийти на помощь. Этим и занимается наш соцработник вот уже на протяжении 13 лет и ни разу не пожалела о своем решении. В наше время очень, не знаю, есть такая черта характера, когда человек воспринимает вот недостаток внимания, понимания. И я этим прониклась к людям, что вот им нужна помощь. Не каждый на это пойдет, потому что у многих далеко родные. Они зачастую они одиноки, у них нет никого рядом. И вот ты чувствуешь, что ты им нужен. Поэтому, я не знаю, это, наверное, вот моя черта характера, наверное, мое призвание, что вот я не могу пройти мимо человека, не оказав ему помощи. Самое сложное – это держать себя в рамках, иметь, то есть, большое, огромное терпение. Потому что у людей, особенно в преклонном возрасте, у них делается характер, как у маленького ребенка. Он зачастую не понимает происходящего. И нужно огромное терпение, чтобы не сорваться, чтобы быть адекватной, приходить в хорошем настроении и быть адекватным. Сложно ли было освоить вашу профессию? Изначально было сложно. Тяжеловато. Люди разными характерами, с разными судьбами, и порой бывает тяжело работать. Поэтому нужно какие-то навыки определенные иметь. Труд социального работника очень тяжелый. Наталья Александровна говорит, что для этого нужно быть очень гуманным человеком. В свой профессиональный праздник она желает всем коллегам терпения и оптимизма. Всем социальным работникам желаю, во-первых, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, хороших, покладистых подопечных, чтобы им работа была в радость. И чтобы они, в свою очередь, ходили, работали, дарили людям радость, уважение, любовь, внимание. Всего самого-самого всем наилучшего. Именно участие и поддержка социальных работников вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций. Все жители нашего района знают про нашу сферу, про нашу службу. Социальные работники, медицинский персонал в доме-интернате, большой штат. Все это как бы во благо жителей нашего района. До 800 человек социальные работники обслуживают в пансионате бабушки, в социальном жилом доме бабушки, пожилые люди, их обслуживание. Это все значимо для нас, для жителей нашего района. В социальном жилом доме бабушки, старики, которые там проживают, постоянно под уходом. Социальный жилой дом оснащен, все у нас есть, все функционирует. Дом-интернат, пожилые люди, которые остались без заботы, без ухода, в полной мере у нас все это обслуживается.
Ну и социальные работники, 80 социальных работников работают по всему району. Обслуживание бабушек и дедушек, облегчение их жизни, помощь в поселениях, сотрудничество с главами поселений. Вот последнее событие, наводнение и так далее. Очень значимо мы участвовали во всех этих делах. Администрация района ценит нашу работу, нашу службу. И в канун нашего замечательного праздника хочу поздравить свой коллектив, большой коллектив. У нас в штате 150 человек. И все, где бы они ни работали, все выполняют свою работу. Я ими доволен. Многих можно выделять, но цифры и фамилии сейчас я говорить не буду. Но они в полной мере отрабатывают то, что им положено, вкладывая свою душу, силу, нервы. И желаю вам крепкого здоровья, терпения в вашей нелегкой работе. И чтобы все у вас ладилось, чтобы мир у нас был, чтобы вот этих в свете последних событий, чтобы у нас проблем не было, чтобы наши бабушки и дедушки были довольны. Счастья вам, здоровья. Спасибо вам всем. Преподаватель хореографического отделения Кашхабльской детской школы искусств Давлет Киржинов принял участие в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ-2023» и уверенно занял первое место. Воспитанники детской школы искусств Аула Кашихабль славятся своими талантами. Огромную лепту в их воспитание вносят преподаватели. Одним из них является преподаватель Давлет Киржинов. Я выбрал эту профессию давно, еще с 2000 года, наверное, еще учась в школе, в 5 классе, пришел сюда, в этот же зал. Здесь уже отучился. Получилось, что поступил в училище искусств имени Умара Гайцецовича Тхабисимова, окончил в 2006 году. И с 2010 года, после работы в государственном ансамбле танца «Исламей», работаю с 2010 года здесь, с детьми. Очень интересная профессия. Работа с детьми как бы немножко развивает и тебя самого вместе с детьми. И остается вот время на самореализацию, кроме работы. Недавно в городе Майкопе прошел республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств 2023». Приняв в нем участие, уверенно одержал победу наш земляк Давлет Киржинов. Конкурс проходил в трех номинациях. Давлет, проявив свои таланты, никого не оставил равнодушным. В школу пришло положение о организации этого конкурса, и мы приняли в нем участие, предложили меня на этот конкурс. И вот так получилось, что я туда попал. И было три номинации в этом конкурсе. Ну, жюри выбрало меня в качестве лучшего преподавателя. Как в целом проходил этот конкурс? Конкурс проходил в три этапа. Было три направления, это три конкурса сразу. В два дня проходило, сразу была визитная карточка, потом мастер-класс вместе с детьми, показать определенную тему, заданную, раскрыть ее. И завершающий день был класс преподавателя, то есть можно в форме было концерта это сделать. И мы постарались сделать очень интересный концерт, и жюри это очень неплохо оценило. Преподаватель детской школы искусств имени Магомеда Хагауджа аула Кашихабль Давлет Хазраилевич Киржинов. Я стою на пороге школы искусств, моей родной музыкальной школы. Пытаюсь объяснить себе, вспомнить, как я выбрал этот путь. Вы задумывались, что в жизни не бывает оторванных друг от друга событий. Наша жизнь – это сплошное хитросплетение тонких нитей. Именно эти невидимые глазу нити – путь прочное полотно судьбы. И каждая нить – это часть души, качество характера. Добрый день, уважаемые друзья!
хочу рассказать вам о тех событиях в моей жизни, которые привели меня к профессии педагога-хореографа. Еще в детстве я стал заниматься танцами, и свое увлечение этим видом искусства я пронес через все школьные годы. Мне нравилась музыка, и я, заслышав пару ритмичных звуков, пускался в пляс. Моим первым преподавателем стала Фатима Микулова Амина. Фатима Аминовна Микулова. Время шло, и вот настал день первого концерта. С тех самых пор моя жизнь – это танец. Не представляю себя без него. Каждое движение, взмах, поворот делает мир ярче. И именно эта любовь к танцам привела меня в музыкальное училище имени Умара Хацицевича Хабисимова, которое я окончил в 2006 году, получив специальность артист балета народного танца. В колледже я получил самое важное – общение с интересными, увлеченными своей профессией людьми, которые своим примером показывали, как надо работать. Аслан Мухарбевич Исупов, Мурадин Юрьевич Хаджаев, Азамат Чемалевич Басте, Нурет Асфаровна Чундышко, Гунажокова Роза Хангириевна, Трофимова Галина Александровна и многие другие. Всем им я благодарен и вспоминаю с теплотой по сей день. Танец – это что-то необыкновенное, сочетание пластики, чувств, мимики, которую танцор рассказывает зрителям. И эта возможность представилась мне, когда я работал в государственном ансамбле народной песни и танца «Исламей». Многочисленные выступления ансамбля на лучших сценических площадках России, Турции, Иордании, Израиля, участие в многочисленных российских и международных фольклорных фестивалях дали мне возможность понять, что адыгский танец имеет интересную, глубокую историю и является частью национальной культуры, сохранение которой очень актуально. И желание быть причастным к этому процессу возникло и у меня. Обучение в Государственном адыгейском университете на факультете адыгской филологии и культуры утвердило меня в этом. Сохранение истории языка, танцев моего народа стало для меня и профессией, и хобби. Каждому человеку, каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, других людей, другие народы, понимать свое место в мире природы. В моей жизни мне посчастливилось участвовать в мероприятиях, которые помогают людям других национальностей познакомиться с традициями адыгов. Очень важным, интересным событием в моей жизни стало участие в республиканском конкурсе «Адыгашал» имени Хазрета Меджидовича Садмена в 2018 году. Наши предки оставили нам богатое наследство, традиции, обычаи. Я считаю, что счастлив тот человек, который знает свои корни, а значит и гордится своим народом. И именно для этого я создал у себя маленький музей, рассказывающий о культуре быти адыгов. В нем хранятся адыгский очаг, повседневная праздничная одежда адыгов, золотошлейные изделия, орудия труда, музыкальные инструменты. Для меня мой музей – маленькое окошко в большой мир исторического прошлого, культурной традиции, заложенной в адыгском народе. У моего народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Я хочу донести их до сознания детей, потому что они являются носителями народной культуры и должны воспитываться в национальных традициях. Семья – это самое главное для нас всех. Семья – это опора, тыл, защита. Это вся наша жизнь. В моей семье подрастают трое сыновей, и мне хочется, чтобы они почитали традиции, сохраняли родной язык. К счастью, детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры. Воспитательный потенциал народных традиций актуален в настоящее время. Дети – это то, к чему невозможно подготовиться, и каждый день с ними это испытание. Прежде всего для нас самих. Они – как невидимый барометр определения, честны мы с ними или нет. И их, я всегда думаю, как лучше сделать, чтобы завоевать их сердца. И с тех самых пор я, как появился на пороге здания своей родной школы в 2010 году в новом качестве, качестве педагога. К своему выбору быть педагогом я шел постепенно и осознанно. Мне хочется через танец
музыку, наполнить жизнь детей яркими красками, положительными эмоциями, движением, а значит, счастьем. Однажды в жизни ребенка происходит маленькое чудо. Он приходит в танцевальный зал. Кого-то приводят родители, кто-то приходит сам, кто-то появляется из любопытства. Но происходит самое главное, происходит встреча. Встреча с прекрасным видом искусства, встреча с педагогом, встреча с танцевальным коллективом. Более 13 лет я работаю в этом направлении. И считаю, что каждый ребенок талантлив, и талантлив по-своему. Моя задача – увидеть, разглядеть в ребенке эту искру и дать возможность раскрыться, дать возможность к самосовершенствованию. Я, как педагог, регулярно пополняю и совершенствую свои знания и стараюсь соответствовать времени, в котором живу. Чтобы развивать личность ребенка, надо вместе с ним развиваться самому. Считаю, что хороший педагог – это тот, кто увлечен своим делом, всегда в поиске нового и владеет всеми современными технологиями. Я очень люблю делать с детьми постановки, готовиться к концертным номерам, выступлениям. Хороший хореограф должен быть хорошим режиссером, актером, иначе он не интересен. На уроке рождаются новые традиции, новые открытия, новые идеи, а любое терпение и труд всегда вознаграждаются. Самой лучшей наградой для педагога являются успехи его воспитанников. Участие в различных концертных программах, конкурсах помогает детям развить свои хореографические способности. Общение с участниками других коллективов обогащает новыми знаниями, новым опытом. Воспитывает детей в патриотизм и любовь к культуре, истории, традициям своего народа и культуре разных национальностей. Я считаю себя счастливым человеком. Я педагог, а это значит творчество, движение вперед. Я педагог, и это моя судьба. Спасибо большое. Конкурсные испытания. Класс преподавателя продолжаются. Преподавателем детской школы искусств имени Хагауджа аула Кашихабль Давлетом Хазраилевичем Киржиновым. Добрый день. Грохоча в ущелье узком, за волной спешит волна. Реет над кремнистым спуском, пеной гривой быстрена. На пути чернеют скалы, их река берет в разгон, снегового перевала нарушая крепкий сон. Величав девичий танец, пылает дух его стихов, милых черкешинок, красавец, в спокойном танце ручейков.
В шелках горянки, как богини, в девичьем танце снежных гор, сплели руками воедино изящный радужный узор. Thank you.
луч, танцуют наши дети, луч, как чистая роса. Горный ветер подпевает, звуки льются к небесам. В этом танце закружится с гор плескающий ручей. В горском танце пляшут дети, радость наших светлых дней. Thank you.
Можно. Плие считается. Спиночки взяли. Искусств 2023 в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств Республики Адыгея 2023 объявляется преподаватель детской школы искусств имени Магомеда Хагауджа Аула Кашихабль Давлен Тазраильевич Киржинов, специальность хореографическое творчество, и награждается дипломом победителя и денежным призом. «Всю свою жизнь люблю танцевать, и этому учу детей», — говорит Давлет. «Я выбрал эту профессию именно потому, что могу и хочу помочь каждому ребенку раскрыть его индивидуальность. И я, как педагог, всегда ставлю перед собой цель — увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее и дать импульс к самосовершенствованию». Самое трудное в профессии, наверное, начинать все заново, когда дети уже чуть-чуть подрастают, их выпускаешь из музыкальной школы, все дети уже обучены, готовы. Это, наверное, тяжелое, наверное, для всех учителей — отпускать своих ребят, потом заново-заново набирать новеньких. Но все же это очень интересно, занимательно. Как и у каждого человека, у него есть свои планы на будущее. Планы на будущее – это воспитание детей, воспитание не только хореографии, но и эстетическое воспитание. Потом в планах тоже самореализация, как я уже сказал, очень помогает самореализовываться. Работа с детьми всегда очень интересна, и всегда открываешь что-то новое с ними. И планы больше, скажем, на развитие детей, потому что дети – это наше будущее, мы вместе с ними развиваемся сами. Искусство танца великолепно, средство воспитания и развития детей. Оно обобщает духовный мир, помогает ребенку раскрыться как личность, а также тренировать свои навыки. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.